Я завжди вважав, що футбол – це своєрідний театр. To me or not to me, that is the question. To me or not to me, that is the question. Олег Петрович – это легенда. Это нечто было, это… Удивительно, что он вообще пришел в футбол. Для того, чтобы пьеса смотрелась, для того, чтобы игра смотрелась, нужны профессионалы своего дела. Говорят, вот-вот, ногами двигают. Какими ногами? Если здесь нет ничего, то ты не будешь играть нормально. Мама Базилевича хотела, чтобы ее сын стал философом. Чтобы спілкувався с кимось таким, как Кант или Гегель. Вона мріяла, щоб її малюка все життя оточували вірні і надійні друзі. Когда Лобановскому предложили Київське Динамо, первое условие, которое он поставил вместе с Базилевичем. Если у них вот такая пара была, да? Вот это я не могу понять тогда, как можно было, да? Лобановский согласился с тем, чтобы Базилевича убрать, да? Ну он сказал: "Так, уйти, все хорошо, я ухожу, все". Я намагався відволіктись, годинами стояв біля мольберта, писав, ліпив, малював. Він хорошо рисував, Олег, і нарисував какой-то етюд. Довго думав. А потім сказав фразу: «І що мене потянуло в этот футбол?»